1 сентября. И хотя мы эти 3 месяца провели не в отпусках на море, но зато, ребята, мы будем учиться в отремонтированной школе. Учебный пункт в колонии номер 4 действует уже 14 лет. К занятиям исправительное учреждение готово полностью. Здесь провели ремонт классов, закупили учебники и канцелярские принадлежности. В этом году к обучению приступят 75 женщин. Впервые за парту сядут 6 человек. На протяжении вот этих 14 лет примерно обучаем где-то около 100 в школе учеников и 50-60 в профессиональном училище. Я считаю, что все вот эти девушки, которые потом освободятся, я думаю, дальше продолжат свое образование. И вот сегодня ко мне обратилась одна из них, значит, за справкой, характеристикой будет поступать в колледж. В вечерней школе и профучилище при колонии работают исключительно профессионалы. Сергей Сокольский преподает историю в местах заключения уже 18 лет. В ходе учебного процесса, в течение учебного года, наши ученики заметно оттаивают, очеловечиваются, гуманизируются. Я думаю, вот в том числе и благодаря тому, что есть школа. И она выполняет не только, может быть, и не столько образовательные функции, сколько социальные. Всего в этом году в Курганской области за школьную скамью сядут 1095 осужденных. Телеканал «Шадринфо» по материалам информационного агентства «Курган.ру».